Всем привет! Сегодня я покажу вам новый способ, как заработать много опыта. Но этот способ необычен тем, что для фарма опыта вам не нужен будет помощник, то есть вы будете один самостоятельно фармить этот опыт. Для начала вы должны приехать в сельскую местность, а именно вот сюда. Теперь нам нужно раздобыть машину или мотоцикл. Без разницы какую, хоть трактор, самое главное, чтобы он был. Теперь подходим к магазину. Пинаем стену, находящуюся рядом с ним, и вас начинает разыскивать полиция. После этого садимся в машину и заезжаем в мастерскую. Вам дается РП. Если вы оторветесь от преследования с одной звездой, вам дадут 100 РП, с двумя – 200, с тремя – 300 и так далее. В общем-то, это и есть весь способ. Почему я показал именно это место? Потому что здесь очень близко находится мастерская и магазин, и полиция здесь практически не ездит. На этом я заканчиваю видео. Прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. Всем до скорых встреч!